Так, добрый вечер, Латвия на русском. Ну, ребята, давайте я вам опять какую-то речуху. Понимаете, что надо же там Хрущев, помните, в 60-х годах там какую-то речуху толкал. Там за кафедрой там, что он там сапог снимал и по кафедре там пробивал что-то, да? Так что всякие мощные речухи были, да? Давайте речуху от меня, слушайте. Значит, что я хотел сказать всем. Ладно, шуточная, вы же, надеюсь, понимаете, уже раскусили меня, что я иногда шучу, и мне там нравится там на зуб всех потянуть, и я же тоже не какой-то там 54 года там, да, я это дедушка, есть куча этих, ну, как у дедушки, есть дети и эти, внуки там, внучки там, кубометрами, все есть, да. То есть, вот, я этот, как его, не скучный дядя, дедушка. Слушайте, значит, что хотел сказать. Да, ну, в общем, давайте серьезно. Я вам скажу так, и я своей жизни сейчас тоже вот так читаю. Читаю Библию, смотрю в Ютубе, да, все вместе там туда-сюда, и смотрю, что действительно и как там и с годами, ну, живем и узнаем Бога, и потому что Писание, Библия, то, что там написано, мы можем все понять, что Бог вот такой, что мы грешники, что мы вот это, что мы там это, что Он для нас вот это, и теперь Иисус, и это, и мы все читаем и узнаем, то есть мы Бога узнаем и понимаем по слову, по Писаниям тогда. В общем, хотел насчет такого, ну, кому-то ободрение, потому что это все надо мне. Смотрите, например, я, конечно, значит, ну, в двух словах хотел о. Ну, например, один фактор, скажем, там, не знаю, одиночество или как-то там, ну, разные вещи, например, Бог что говорит? Давайте начнем с быка за рога. Бог что говорит? Я тебя никогда не брошу, я как никогда тебя не оставлю, я всегда буду с тобой. То есть, ну, мы, смотрите, идея какая. Мы-то, это Бог про себя говорит, а мы, если в завете, да, то Бог свою сторону всегда держит и выполняет, а мы иногда в завете же, сами знаете, ломаем вот это все договор и там подписали, да, а потом что-то все уходим, отступничество или как там все туда-сюда и подводим Бога и не держим слова. И, ну, вот видите как, да, просто хотел ободрить, чтобы все знали, да, которые верят в Иисуса, что Бог Иисус, Он сказал, не брошу, не оставлю. Мать оставит, отец оставит, там братья оставят, не знаю, жена там оставит, любой человек, у тебя может быть кризис такой, всякой, останешься один на поле, голодный, холодный, да, но знай, потому что и Иов, да, как это на русском, верно, да, и Иов, по-моему, да, был тот, которого там дьявол Богу сказал, что я у него давай вот это отберу, это отберу, это отберу, и посмотрим, как он будет, да. Вот, и в Ветхом Завете же было, что у него там вот дети умерли, там это, и это, и это, и он там до последнего, и там и жена что там потом говорила, наверное, там что-то там бросай, завязывай с этим Богом, да, ну, грубо, жаргоне, да. А он шел до конца, да, вот, ребята, такой пример, да, что он знал, он понимал, и я хочу вам сказать, потому что Богу можно доверять, Богу можно верить, Богу можно, ну, даже, ну, нужно верить и доверять, да, потому что раз он написал, что он тебя никогда не бросит, да, мы же должны понять, что он не так, как человек с тобой там рядышком, и там в руках ты там это в обнимочку идешь, да. Бог — это дух, это чуть-чуть все другое, да, но он со своим присутствием, Духом Святым, так скажем, да, он всегда найдет, будет с тобой, всегда поддержит, тебе не будет кушать,
ты увидишь, Бог поможет, даст, холодный Бог поможет, согреет. То есть Бог, Он про тебе будет, ну, думать, вспоминать, помогать, будет быть рядом, только слушай Его, да, слушай и послушай, то есть, чтобы послушание было, да, то есть, опять, ребята, да, а то мы там пальца веером там туда-сюда начнем грешить, да, и будем думать, что Бог с нами, Бог нам там все. Не, ребята, опять у Бога есть такое тоже, что, ну, не может Он грешного вот такого, который, ну, понимаете, да, ну, не может он будет педагогия Божия, да, там или на хлеб, на воду будешь жить, или ну, там, сами, ну, не, я вам предлагаю не испытывать Бога, да, давайте лучше уже по-хорошему, да, дружить и жить, и все вот такое, да, и тогда ты будешь, Бог пишет, да, тогда ты мою милость, мою эту помощь вовремя, то и все, так что вот такое ободрение. Я не знаю, в какой ситуации сегодня ты, не знаю, в любой, неважно, но Бог говорит. И что еще хочу сказать, иногда, может быть, мы не понимаем, почему происходит как-то так, да, как происходит, а ты думаешь, что сейчас тебе Бог на блюдечке, там, суши, там, окуня, там, жареного, там, то и все, и сейчас Он тебе прям сейчас этой доставочкой, этот, как его, Вольт, там, какие там эти все доставки, да, там, Яндекс, там, сейчас тебе на велике, на скутере, и Бог привезет, да, двоих ангелов отправит к тебе, да. У Бога, у каждого человека, вот вы видите, разные свидетельства в Ютубе, в интернете, как Бог, что, чего, но главное, как говорится, зарубите себе на носу, вот тоже вот такое вспомнил, да, мы должны зарубить на носу, что раз Бог сказал, я с тобой, то верь, доверяй, ищи, жди, молись, проси, то есть вот это есть отношение, да, как с другим человеком, то есть ты говоришь, ты ждешь, ты иногда молчишь, иногда не спрашиваешь ничего, но, короче, ты идешь по жизни и знаешь, что Бог в любой момент тебе будет, горе, Он тебе в горе поддержит. У тебя будут тяжелые какие-то времена, там разные, ты не будешь проходить. Там, по-моему, тоже на русском есть, что ты будешь какие-то смертные долины проходить. О, ребята, вот вам доставочка на блюдечке. Нет, ты будешь в долине смерти, и при том в самой глубокой точке там внизу проходить, да, и Он говорит, я там с тобой, я тебя поддержу, я тебе не дам погибнуть, я тебе вот это все, да. Так что, ребята, надейтесь, доверяйте, потому что Бог, Он свои обещания держит. Он держит, и Он тебе поддержит, и Он поможет, и Он ободрит, и Он через свой дух тебе поднимет, и проведет, и отведет, и выведет. Так что, ребята, сегодня пятница вечер, я вам даю такое хорошее слово, что Бог благ, и Его милость есть. Особенно ключевые слова, если ты Богу слушаешь. Послушание, как Иисус сказал, если ты меня любишь, то исполняй мои там заповеди, мои вот это все, если любишь, исполняй, слушай, послушай, то есть, ребята, без послушания не ждите, как говорится, ждите беду.